Альма, большое спасибо за донат. Моё почтение. Сня, короче, пока. Понятно, поп-рок, но все равно. Поп-рок. Как вот как это выговаривать, чтобы было понятно, чем поп-рок отличается от поп-прог? Типа, чтобы... Рок-поп, короче. This unexpected vision made him stand and shake with fear. Ну, пока... But nothing was as fright compared with those who saw him appear. Лучшее, что сделал Коллинз, это поучаствовал в South Park, на самом деле. Я не соглашусь, мне кажется, наоборот, перебивки были забавные. Что Ферс написал. Да, смотрите, это вот называется «Медвежья услуга». Спасибо большое iPhone, что типа как бы вот он убрал пробелы, которые он посчитал, что да, это, наверное, вот сейчас вот, типа так лучше будет. По версии программистов, короче, ифоновских. Ну, блин. Вот, прикольная пошла часть. А, наоборот, была бы вредятина, там залагала что-то. Ну да, да, с перебивками. Да. Забавнее. Это ловушка прога, будьте осторожны, сейчас очень громко будет. Окей, не сейчас. Короче, ловушка прога в том, что ты никогда не знаешь, что будет дальше. Но будет точно не то, чего ты ожидал. А иногда наоборот. Иногда ты будешь ожидать, что будет что-то... Типа... Ну, типа, не структурированное, а оно нет, такие... То есть, типа, все как бы, наоборот, по понятному паттерну идет. Короче, музыка, которая тебя скамит.
Типа ты не просто не уверен, чего дальше ожидать. Ты абсолютно вообще не... Ты даже не уверен, типа, будет ли... Ту примерно там, ну типа, громкость какая будет следующая или так далее, и еще что-то. Короче, вообще не... Ждешь акцента, вот он уже и был. Вот ты только-только успел понять тот паттерн, он тут же заканчивается, начинается. Вот это идеальное описание любой рок-рок песни. Ничего не понял, но очень интересно. Нет, что то, что уца-дуца будет вообще когда-то в жизни. Рок-роки. Это вот это точно, это последнее, что я ожидал. То есть, типа, не в том смысле, что ты, например, ты примерно хотя бы можешь ожидать, что будет, скорее всего, что-то такое сложно-муторное. Вообще нифига. Нет, запросто может быть что-то самое тупое, и этого ты не будешь ожидать. Кто ждал, что уца-дуца будет, как бы... У Genesis вообще когда-то в жизни. Они идут не по 4, а по 3. Соответственно, ты ждешь, что вот четвертый раз будет еще раз. Нифига. Вот эти паттерны. Да. И в то же время у прогрока есть, да, вот типа вот эти вот там скользящие синты или еще что-то. То есть приемы, которые практически в каждой песне или там в каждой второй или третьей есть. Свой такой характер. Причем это у Genesis еще он при этом свой точно определенный. У многих других групп тоже есть что-то общепроговое и типа свое тоже фирменное, что постоянно повторяется. Как помните, был такой мем в англоязычном, где больше в пространстве, в комментариях такое, типа, допустим, сколько эффектов вы хотите добавить на свою гитару? Да. Вот здесь то же самое. Как вы хотите извратиться над своей музыкой? Да. Все, все, все хотим. И уца-дуца? Да. И ломаные ритмы? Да. И какой-нибудь супер тупой ход тоже? Да, давайте сделаем тупой ход, да. И скользящие синты, и органчик, может быть, тоже? Да. Ну, Биг Лебовски, да, думаю. Про глайд. Верно сказал. Сколько тебе нужно донатов, Моисей? Да.
Ну, несложно опрогрочить. Это уже, ну, как бы, словосочетание, которое такое. Знаешь, так чуть-чуть приправить, называется. Элементы прока добавить. То есть нужно все вообще сделать. Типа, нужно, чтобы такты шли не по 4, а по 3, по 5, там, я не знаю, по... При этом внутри тактов, там, внутридолевая какая-нибудь, это, как это называется, ритмика, она тоже будет там идти 7 восьмых, короче. 3 такта по 7 восьмых, потом 5 тактов по 5 восьмых, или четвертей, или еще чего-то. Потом пауза вообще, потом просто... Зрители, как долго вы будете оплачивать жизнь этому танцу? Да. Самое тупое, что я все меньше и меньше понимаю, а что сказать-то вообще? Я бы себе, допустим, не добавил этот трек, я не могу сказать, что мне на мой вкус понравился, но, типа, как бы странно не звучала эта фраза, но, типа, как всегда, меня удивила, типа, эта музыка. Как всегда, ничего нового, как всегда удивительно. Но это вот буквально только так и можно описать.